Здравствуйте, мои дорогие любимые рукодельницы! С вами я, Наталья Алекс, и сегодня мы будем с вами делать вот такую вот подвеску в виде доллара в технике квадратного жгута. Я вам подробно объясню, сколько бисеринок набирать, чтобы получить именно вот такой вот размер, чтобы совпали пропорции. Здесь в высоту 8 сантиметров, в ширину 6 сантиметров, и я расскажу, сколько нужно будет проплести здесь, здесь, и подробненько буду объяснять саму технику квадратного жгута. Вы, наверное, уже с ней знакомы, в предыдущих моих мастер-классах уже много работ в технике квадратного жгута. Но для тех, кто смотрит это видео первый раз и вообще попал на мой канал впервые, я начну с того, что как подробно плести в технике квадратного жгута, самое начало. Если вы уже умеете, вы можете пропустить и смотреть уже, как соблюдать пропорции. Можно сделать на двух полосочках, можно сделать на одной полосочке. Ну, вот это. Доллар и так правильно пишется. Я специально залезла в Википедию и посмотрела, что и так абсолютно правильно писать доллар. Еще можно сделать в другом цвете, в зеленом. Доллар в основном в золотом и в зеленом цвете. Иногда встречается в черном, но больше других цветов нет. Ну, золотой самый такой вот цвет золота, да. Деньги золото, но доллары зеленые. Поэтому сама фигура изображения доллара, она, ну, логично будет ее сделать зеленой. Поэтому выбирайте любой свой цвет, какой вам нравится, золотой, зеленый или черный, и приступаем к работе. Итак, для работы нам понадобится вот такой вот золотой бисер, 18305 его номер. Ссылку на него, там, где я покупала, я оставлю в описании к видео. Также нам понадобятся вот такие вот иглы для бисера, номер 12. Вот золотым ушком у меня, но бывают не золотым ушком, бывают обыкновенные. И вот такие вот нитки. У меня не нитки, мононить. У меня 0,3 размер. Приступаем к работе. Набираем 4 бисеринки на иглу. Протягиваем их в конец иглы. Ой, в конец нити. Нить не делайте сильно длинную. Вот лучше ее еще раз нарастить, новую нарастить, чем мучиться с длинной ниткой в самом начале. Завязываем вот в такой узелочек. Это у нас будет дно нашего кубика. Проходим в ближайшую бисеринку иглой. Теперь набираем 3 бисеринки на иглу. И в эту же бисеринку, из которой мы вышли, в нее же с другой стороны по кругу мы проходим. У нас должна получиться вот такая вот типа восьмерочка. Затем проходим следующую бисеринку. Набираем 2 бисеринки на иглу. И проходим иглой вот в эту и в эту бисеринку. У нас 4 бисеринки всегда должны закругляться по кругу. Проходим следующую бисеринку. У нас уже 2 стеночки готовы. Набираем 2 бисеринки на иглу. Проходим в эту и в эту. И вот уже 3-я стеночка становится. Теперь тягиваем хорошенько, и вот у нас виднеется незаконченная 4-я стеночка. Вот, в ней 3 бисеринки. Надо 4-ю добавить. Подходим, выходим вот сюда, вот наверх, к 4-й. Вот сюда, вот наверх, к 4-й бисеринке. Набираем 1 бисеринку на иглу. И опять по кругу проводим иглой, чтобы закрепить у нас здесь 4-ю стеночку.
мешает вот этот хвостик. И опять выхожу наверх. И у нас вот здесь вверху образовалась крышечка. Вот они, эти бисеринки, не скрепленные между собой. По ним тоже можно пройтись по кругу, чтобы их соединить вместе. Вот так. Хорошенько подтягиваем работу, чтобы это все плотненько смотрелось. И вот наш кубик первый готов. Теперь строим рядышком второй кубик. Набираем 3 бисеринки на иглу. И теперь у нас дном будет вот этот крестик, основанием. На него теперь мы будем возводить стеночки. Вот мы вышли ниткой в эту сторону, значит, в эту сторону мы заводим. Опять делаем по кругу вот этот крестик. Вот она, новая стеночка у нас. Выходим под новую, в следующую бисеринку, под новую стеночку. Набираем 2 бисеринки на иглу. Опять в эти же 2 проходим иглой. Вот она, вторая стеночка стала. Вот она. Выводим иголочку под следующую бисеринку, донышко. Набираем 2 бисеринки на иглу. Опять в эти 2 проходим. И вот у нас тут 4-я стеночка, незаконченная, остается. Смотрите, вот она. 1, 2, 3. Проходим через 2 бисеринки, чтобы наверх выйти под 4-ю бисеринку, добавить ее. Набираем 1 бисеринку на иглу и завершаем этот круг. Все. У нас получилось 2 кубика вместе. Можно закрыть еще и вот этот ряд, да, там, где у нас болтаются бисеринки. И это теперь у нас основание. Основание для дальнейшего. Мы будем теперь расти на 2 кубика, будем расти вверх, вот так. Делать мы будем вот эту полосочку первую. Ну, я думаю, этот образец я сделаю на одной полосочке, чтобы вы видели, что можно сделать и так, и так. Сделаю вам упрощенный вариант, так скажем. Если вы захотите посложнее, то вы запросто сделаете и с 2 полосочками. Итак, продолжаем. Теперь у нас основанием будет являться вот этот первый квадратик. Первые 4 бисеринки, вот эти, откуда мы вышли мононитью. Да? Набираем 3 бисеринки на иглу и заходим в эту же бисеринку. Тут я сразу уже прохожу в эту и сразу в следующую бисеринку, чтобы несколько раз не махать рукой. Теперь 2 бисеринки. И вот здесь можно в 2 вариантах делать. Можно в следующую пройти по ряду, потому что мы все равно там будем плести. И здесь все время по 2 бисеринки набираем на иглу. И в следующую проходим. 2 бисеринки на игле. И в следующую. Вот он, как диванчик такой получается. Еще 2 бисеринки. И вот так вот они становятся. Теперь прохожу не в эту, вот в эту бисеринку, а вот в ту внутреннюю. Вон она там внутри. Чтобы закончить и вот тот вот посередине рядок. Теперь вот в эту
стеночку, которая посередине бисеринка. Хорошенько подтягиваем, набираем одну бисеринку и закрываем вот эту стеночку. И сразу я вывожу иглу, чтобы закрыть последнюю стеночку вот здесь вот. Это как первый вариант прохождения. А чаще я плету вторым вариантом, когда один кубик закончил и второй кубик закончил. Вот сюда вот выхожу. Вывожу иголку вот сюда. Здесь я уже не закрываю вот эти верхние ряды, потому что ну, не имеет смысла, все равно на них сейчас будем нашивать новые. Опять 3 бисеринки на игле. И теперь я просто плету первый кубик, как я вам уже показывала. Вывожу иголочку наверх, чтобы завершить вот этот вот, вот эту клеточку, да? Вот она сейчас вот так вот станет. И сразу вывожу иглу под следующий кубик, вот здесь. Вот она стала. Здесь мне неудобно, я переворачиваю. И опять плету дальше следующий кубик. Две бисеринки на игле. И как будто бы у меня уже первая стеночка есть. Вот я вторую поставила. Сейчас третья будет. И вот вывожу иглу, чтобы закрыть четвертую стеночку. Все, я думаю, здесь понятно. Дальше все плетется точно так же в нужном размере, скажем так. Все, вот это основа. Теперь главное правильно повернуть и рассчитать ряды. Мы плетем первую вот эту вот полосочку прям до конца и считаем, сколько рядов. Считаем вот эти бисеринки, те, которые стоят вот так у нас вдоль. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. 25 бисеринок. У нас в этом кусочке уже 4 бисеринки. Вот они. 1, 2, 3, 4. Надо 25. Вот мы плетем их без остановки. Затем будем спускаться и добавлять вот здесь вот эти извилистые. Плетем ее самостоятельно, потому что здесь, собственно, одно и то же повторяться будет из ряда в ряд. 25 рядочков нам нужно. Осталось 21. Итак, мы проплели 25 рядов. У нас получилась вот такая вот палочка. Теперь нам нужно иглой вернуться на 4 бисеринки. Первая, вторая, третья, четвертая и выйти из пятой вот здесь вот. Поэтому просто вот так вот проходим назад иглой. Здесь набираем 3 бисеринки, наращиваем здесь стеночку. Вот, и начинаем отсюда плести квадратики. Первый квадрат, кубик у меня готов почти.
Добавляю последнюю бисеринку. Сразу выхожу под второй кубик. Здесь две бисеринки набираю. И делаем второй кубик рядышком. Это я вам показала, как мы наращиваем сбоку отростки такие. Вот здесь достаточно будет одного ряда для того, чтобы соединиться со второй половинкой, ну, со второй вот этой вот палочкой. Вот здесь ровно, вот здесь ровно такое же расстояние между вот этими двумя палочками. Это если вы будете делать две палочки. Я буду делать одну палочку, как другой вариант, упрощенный. Поэтому я вот сюда начинаю уже как будто бы вот с этой палочки доплетать второй ряд. И будем возвращаться вот сюда и плести вот этот вот кругляшок. Ну и для того, чтобы нам сделать уже вот этот отрезочек, да, мы делаем сюда еще один ряд. Еще рядок из двух кубиков. И вот второй ряд я закончила. Теперь нужно по вот этому внешним вот этим вот крестикам пройтись обязательно иглой с мононитью, чтобы зафиксировать, чтобы они там красиво стояли и не разлазились. Ну так, восьмерочка я такой прошла. И теперь назад прохожу просто обыкновенно вот так вот через эти бисеринки. Через все. Вывожу иглу под параллельную бисеринку. Значит, мне нужна будет вот эта бисеринка. Обязательно следите за параллельностью. И теперь мы пропускаем здесь одну полосочку, да, и начинаем плести вот этот вот закругляй. Сначала плетем просто простую прямую линию. Набираем 3 бисеринки на иглу. Там, где мы вышли, заходим снова. Наращиваем наши кубики. Плетем 12 рядов. Вот это у нас будет первый ряд. Плетем самостоятельно. Я покажу, как закруглять его. Ты мой помощничек. Ты мой глазовчик. Ты помогаешь маме, да? Итак, мы сплели 12 рядов вверх. Теперь нам нужно закруглить вот так. Просто ее вот так вот соединяем и отступаем вот здесь внизу 4 бисеринки. Вот они 4 и 5. Вот они 4 и 5 у нас будет соединительная. Поэтому нитку нам нужно вывести из вот этой бисеринки. Подводим здесь к пятой, 2, 3, 4, к пятой бисеринке. И надо встретить нам вот такую же бисеринку. Вот такую и вот такую. Вот они две. И получается, нам нужно добавить по вот здесь одну. То есть первая у нас есть, вторую надо добавить, третья есть. Сюда четвертую добавляем. Набираем одну бисеринку на иглу. Проходим вот в эту
бисеринку пятую, ту, которую. Набираем еще одну бисеринку на иглу. И проходим вот в эту, с которой мы начинали. Из которой выходит сейчас нитка. Вот тут надо хорошенько подтянуть. Вот. И у нас уже вот присоединен некоторый ряд. Опять захожу сюда же. Захожу вот в эти две. Сейчас еще раз. Вот он, этот крестик у нас образовался. Захожу вот в эти две бисеринки. Теперь прохожу в следующую, вот буквально следующую бисеринку, в одну вот в эту. Подхожу ко второму крестику, который у нас должен добавиться. И здесь получается 3 существуют уже бисеринки. Первая, вторая и третья. Если первая, вот второй не хватает, третья, четвертая. Набираем одну бисеринку на иглу и проходим в эту бисеринку. И вот у нас закончился второй крестик. Тут тоже хорошенько подтягиваем. Теперь переходим на другую сторону. Сейчас. Чтобы перейти, надо вот в ту бисеринку, вон в ту, пройти на другую сторону. Перешли на другую сторону. И теперь смотрите, очень внимательно. Нужно опять найти, где они должны соединяться, вот эти бисеринки. То есть не вот так они будут. Вот так. Набираем одну бисеринку на иглу, добавляем в этот крестик. У нас точно так же, как и с той стороны было, так и с этой стороны. Это у нас крайняя бисеринка. Нам надо сюда горизонтально поставить 3 бисеринки. Первая посередине будет между двумя крестиками и крайняя с этой стороны. Вот я набрала вторую бисеринку на иглу. Прохожу по кругу еще раз первый образовавшийся крестик. Вот так перехожу на второй. И здесь тоже добавляю третью бисеринку для того, чтобы закрыть круг. И вот они, 3 параллельные бисеринки. Первая, вторая и третья. Все, выхожу на вот этот краешек. И теперь здесь образовался у нас тоже крестик. Его нужно просто пройти по кругу. Вот он. Первая, вторая, третья, четвертая бисеринки. И вот по ним, вот она сразу просится, первая, вот она вторая, вон там внутри третья, вот он крестик, и вот четвертая, и еще раз в первую прохожу. Его нужно обязательно закрыть, иначе он никогда не закрыт и создает такой распущенный край. Все, вот у нас образовался вот красивый такой закрытый поворот. Теперь мы вышли вот здесь, и я прохожу на обратную сторону. И здесь продолжаю. Как раз мы вышли в том месте, где нужно будет
начинать новый ряд. И вот в этом месте, параллельно вот этой полосочке, мы будем наращивать, набираем 3 бисеринки и наращиваем новые стеночки. Плетем наши кубики. Закрываем этот кубик и выходим вот сюда. Знаете, обязательно, чтобы были соблюдены вот эти вот параллельности, чтобы вы не в эту сторону начали наращивать второй кубик, а вот сюда. Хотя, если сюда, то получится как будто бы смещение, как будто бы не прямая, да, такая, а вот так вот по диагонали. Ну, я не рискну экспериментировать здесь. Буду делать так, как я уже делала. Если с двумя полосочками делать, с двумя вот этими линиями, то вы поняли, здесь просто нужно будет точно так же. Здесь нужно будет точно так же соединить вот эти все три стыка, да, которые со второй полосочкой, и просто от второй полосочки начинать плести вот этот малый полукруг и больший полукруг. Сейчас мы вышли на больший полукруг. Там у нас будет 15 рядов. Здесь было 12, здесь будет 15. И немножко хвостик закончим. Я думаю, здесь понятно. Дальше плетем 15 рядов вверх. Просто полосочку из двух вот таких вот параллельных кубиков. Итак, сплели мы 15 рядов. Теперь нам нужно его закруглить и точно так же, как и этот, присоединить. Присоединяем. Отсюда отступаем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И вот таким образом находим, где мы там будем встречаться с... Сейчас вам увеличу. Находим, с какой бисеринкой мы встречаемся. Выходим же вот этой ниткой из правильной бисеринки. Набираем одну бисеринку на иглу. И вот сюда проходим иглой. Ну, в общем-то, я вам уже показывала, как присоединять. Я думаю, вы сами справитесь. Еще одну набираем и завершаем этот крестик. Вот таким образом. Подходим ко второму крестику и там завершаем. Добавляем одну бисеринку. Выходим на вот эту бисеринку. Набираем одну бисеринку на иглу. И проходим по кругу второй крестик. Вот они у нас соединились. Переходим на другую сторону, через вот эту бисеринку крайнюю. Хорошенько вот тут нужно подтянуть. Перешли на другую сторону. Находим, где у нас тут соединяется. Вот тут соединяется. И точно так же на второй стороне. Заполняем крестик.
и второй крестик. И вот здесь вот снаружи нужно будет пройти этот крестик еще раз иглой. Вот так. Все, присоединили. Вот так у нас должен получиться наш доллар. Ну и остался вот этот хвостик. Проходим буквально вот так напрямую иглой на ту сторону. И здесь наращиваем, можно чуть-чуть больше, чем вот этот. Можно чуть-чуть больше, чем вот этот хвостик. То есть на ряд или на два. Вот в этом у меня больше, видите, на два ряда. Здесь два ряда, здесь четыре ряда сделано. И все, собственно, работа будет закончена. Также точно наращиваем. И плетем сколько? Ну, можно три пока ряда. Вот так получились три ряда. И я думаю, этого достаточно. Здесь первое у меня четыре ряда. Ну, немножко сокращаю и немножко другие пропорции сделала, да, потому что этот худее у нас и выглядит совсем немножко по-другому. Да, вот как-то так, вот этот мне больше даже нравится. Ну, тогда у нас этот будет мальчик. Для мальчика это для девочки. Ну, такой интересный тандем. Надо было еще другим цветом сделать, вообще было бы интереснее. Все, на этом работа закончена по самому этому символу. Кстати, вы его можете носить и в кошельке. Это как будет как оберег для привлечения денег. Просто в кошелек между купюр положить, так, или на подвесочку, на сумочку, или на кошелечек повесить, или на ключи. Тоже очень симпатично будет выглядеть. А этот, конечно, на шейке. Сейчас я вам еще покажу, как сделать вот этот наросточек, да, петлю, за которую вы будете цеплять цепочку. А туда же можно будет прицепить еще и колечко. Вот тут с краешку обязательно закрыть вот эти бисеринки по кругу. Пройтись вот такой вот восьмерочкой. И здесь, собственно, обрезаем нитку, потому что она нам далеко сильно идти, в самый другой край. Фиксируем ее на петлю, выводим куда-нибудь в сторону и там обрезаем. Все, а здесь наращиваем. То есть вот так вот он у нас будет выглядеть. Здесь наращиваем нитку, фиксируем ее на узелок. Зафиксировали здесь нитку, набираем 2 бисеринки на иглу. Набираем 2 бисеринки на иглу и проходим во вторую вот сюда бисеринку. Отсюда снизу вверх вот сюда поддеваем крайнюю бисеринку, и у нас две эти бисеринки становятся вот так вот наверх. Набираем еще 2 и проходим, вышли мы из первой, входим во вторую, еще 2 становятся. И мы проходим через вот эту.
Вот здесь нужно аккуратно набираем вот здесь еще две бисеринки, проходим в крайнюю бисеринку и выводим иголку наверх. У нас получается вот такая вот косичка. Две бисеринки. Во вторую бисеринку заходим и в эту крайнюю выходим наверх. И вот так они становятся. И таких нам нужно проплести 10 рядов. Вот уже 4 готово, надо еще 6. И потом вот здесь соединяем их. Проплели 10 рядов. Проплели 10 рядов. Переворачиваем на другую сторону. И теперь эти два конца соединяем. Я соединяю просто как бы пришиваю бисеринки к этим двум бисеринкам, которые в основании. И все, ничего особенного здесь не нужно делать. Вот как они есть, так и плету. Прошлась по всему периметру и опять отсюда я захожу. Захватываю здесь. И, собственно, этого достаточно. Теперь можно продеть либо цепь, да, вот как в этом варианте. Либо кольцо для ключей. Можно вообще вставить швензы и надеть в уши. Есть же такие эпатажные женщины, которые носят одну серьгу. Вот такую вот в ухе. Вот интересный будет вариант на сумочку. Или на ключи, да? Интересно будет смотреться, красиво, оригинально. Вот такое украшение. Спасибо, мои дорогие, что вы оставались со мной до конца этого мастер-класса. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы верите во все приметы, которые связаны с деньгами. Желаю вам благополучия, много денег, заработанных честным трудом. Это очень важно, между прочим. Иначе нечестно заработанные деньги тратятся совершенно на глупые вещи, согласитесь. Желаю вам благополучия, желаю вам больших денежных прибавлений, желаю вам хороших творческих вдохновений, идей новых. Надеюсь, вам все понравилось. Спасибо за внимание. Всем пока-пока!